привет, дорогие друзья! Мы с вами на канале Георгиев Тревел, но мы приехали с вами в инвестиционный проект в Алании. Вместе находится Авсолар. Вместе с вами мы сейчас пройдемся, посмотрим этот объект, и я расскажу более подробно об этом проекте и вообще, в принципе, о инвестиционных проектах в Турции, в Алании, в конкретном месте Авсолар. Друзья, начну с того, что такое инвестиционный проект. Мы поднимаем под ним проект, который еще не готов. Вы покупаете квартиру на этапе строительства, да, вот примерно в таком или в таком, или в таком виде. Здесь уже, конечно, практически все идет к завершению. И, соответственно, вы покупаете более выгодно, да, чем уже в готовом сданном объекте. На что бы я хотел сделать акцент, на то, что объекты недвижимости строятся достаточно быстро. То есть данный проект начат был в 2019 году, несмотря на всю пандемию, сейчас в конце 2021 года он будет полностью сдан. Здесь помимо полного завершения строительства по зданиям, здесь также будет еще инфраструктура со своим бассейном, то есть хамамом, сауны. То есть здесь все комплексы в основном строятся как раз вот по такому принципу, чтобы здесь было все, полная автономия. Данный объект находится в 1200 метрах от моря. Это на самом деле не так очень далеко, так что можете сейчас вот посмотреть. Здесь все достаточно близко. И, наверное, добавлю еще один момент, что на самом деле люди, которые покупают здесь объекты недвижимости, не всегда хотят прям жить возле моря, потому что море приедается, да, и хочется жить в более каких-то инфраструктурных вещах. Друзья, сразу отмечу, не ругайтесь на то, что я без каски, в общем, попросил прогуляться так, о постройке, так что я знаю, что многие сейчас напишут, почему в настройке без каски. Как видите, хочу отметить, что здесь все работают, полностью ведутся все работы. Это не просто какой-то объект, чтобы вы понимали, да, он действительно завершается, действительно делается, действительно продается, его можно приобрести. Здесь квартиры есть разноплановые, не только, скажем, одного формата. Насколько вы знаете, есть, считается, не одна двухкомнатная квартира, а там 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3, 1 плюс 4. Это означает, что 1 – это студия сразу с кухней, а следующая цифра, где 2, 3, 4 – это количество спален. Все большие квартиры будут находиться на верхних этажах, соответственно, чуть меньше планировки будут находиться на более нижних этажах. Практически со всех верхних этажей вы будете видеть вид на море. Он открывается здесь достаточно красиво, здесь видно весь Авсолар и так далее. Здесь есть много инфраструктурных объектов, то есть здесь поликлиника, здесь есть, соответственно, у нас и рынки, и магазины, то есть инфраструктура здесь есть, и вы можете за это даже не переживать. Давайте пройдемся еще немножко поближе к объектам, есть еще какая информация интересная для вас, мы об этом сейчас с вами поговорим. Как вы видите, строительство домов здесь монолитно, здесь полностью каркас, видите, монолитный. Дальше уже тоже вставки из кирпичей, блоков там и так далее. Да? То есть, так что строительство здесь надежное, качественное, за это можно не переживать. Плюс, я думаю, все наверняка знают, что в Турции это, скажем, некий сейсмоопасный район, поэтому строят с учетом этого, и в основном это все монолит. Друзья, у меня в руках один из элементов стройки, да, то есть вот такой кирпич, который, соответственно, хорошо держит тепло, да, ну и, соответственно, не дает проникать холоду, то есть большая подушка воздушная. Поэтому в этих домах будет комфортно, естественно, здесь большие будут балконы, если кто-то захочет, он их может застеклить, кто-то нет, но я так понимаю, это уже дальше по желанию. И, наверное, самый будет интересный вопрос, в каком состоянии сдаются квартиры, об этом прямо сейчас. Друзья, я здесь пробрался на один из этажей, здесь уже идет, скажем, завершающая стадия строительства. Давайте заглянем в одну из квартир. И как вы видите, в квартире уже начинают даже устанавливать кухню, кафельный пол. Смотрите, панорамные окна, балкон еще не сделан. Это что означает? Вот что я хотел отметить. Все квартиры сдаются в чистовой отделке. То есть у вас будут полностью покрашены стены. Вы можете выбрать цвет, вы можете поменять кафель, это не проблема. И у вас будет стоять вот такая кухня. Соответственно, и будет также сантехника. Да? Свет, розетки, все это будет. Здесь все как раз, как видите, уже к этому готовится. Поэтому не нужно будет думать о том, что вы заезжаете в квартиру, в которой абсолютно нет ничего. В квартире, конечно же, будут установлены двери, в общем, кондиционирование, все это можно сделать, заказать. Можно сказать, что я хочу именно такое или вот такое. По каким-то параметрам, если они совпадают, это будет та же самая стоимость. Вы просто отмечаете какие-то цветовые гаммы и так далее. Но если вам что-то хочется более индивидуально, вы можете это также заказать. Компания Аспо является продавцом данных
объектов, и также в этой компании вы можете заказать дополнительные какие-то услуги, связанные как раз, например, полностью упаковкой мебели квартиры. Мы в данной квартире находимся, эта квартира является 1 плюс 1, у нас, как вы видите, вот такой, скажем, зал, да, гостиная вместе с кухней. Здесь, как бы, еще разок вам покажу, есть отдельная спальня, ну и, соответственно, санузел есть. Мы выходим в коридор, вот такой вот у нас с вами объект, дорогие друзья. Ну, естественно, здесь есть скоростные лифты, вот такой коридорчик. Здесь еще одна квартира. Здесь будут, я так понимаю, места общего пользования, где можно будет ходить, отдыхать. Будет еще много, конечно, чего здесь предоставлено. В общем, скажем так, что эта квартира может быть похожа на отель. То есть здесь также будет инфраструктура, бассейн и все, что необходимо. Не только для проживания, но и, соответственно, для хорошего, классного отдыха. Вот давайте, друзья, заглянем еще в одну квартиру. Мне она тоже здесь приглянулась. Здесь вот мы заходим в коридор, и здесь вот так же, смотрите, панорамные окна. Смотрите, сколько много света. Здесь кухня, здесь уже, видите, побольше немножко, да, пространство, кажется, за счет вот этих окон. Хотя, мне кажется, в общем-то, и такое же. Вот здесь у нас полным ходом идет стройка. И давайте еще заглянем в одну комнатку. Мы с вами на первых этажах, поэтому здесь нет большой комбинации, да. Но, тем не менее, это 1 плюс 2. То есть 2 плюс 1. Здесь у нас, смотрите, две спальни. И вот наша гостиная. Ну что, друзья, давайте выбегать со стройки. Не будем мешать проведению строительных работ. Так, мне сейчас надо как-то перебраться ближе к дороге. Вот. И хочу отметить, что у нас с вами здесь есть пляж. И сейчас мы до него доедем, чтобы показать вам не только вот этот объект, да, что здесь все классно, инфраструктурно строится. Выгодно все заходить именно на этапах строительства. Цены гораздо ниже. Недвижимость здесь не дешевеет, а только дорожает. Поэтому можете вкладываться. Гарантия от государства здесь также есть. Недостроев здесь не бывает, потому что со слов компании и вообще поизучав этот рынок, я понял, что в принципе, если даже вдруг такой случился случай, что не бывает, объект перекупает другая компания и продолжает его строительство. То есть никак на долю, соответственно, обычного покупателя квартир эти вопросы не кладутся. Ну, при условии, что сейчас повышенный спрос, и всегда был, и этот район начал расстраиваться активно, здесь очень много инвестиционных проектов, с этим, соответственно, вопросов даже и не будет, и не возникают. Как вы сами видели своими глазами, все работает, все движется, и в конце этого года, уже 2021, этот объект будет полностью сдан, и здесь уже появятся новые жильцы. Ну что, мы с вами отправляемся, друзья, на пляж, посмотрим пляж этого района в Салар, и там я вам сделаю свое резюме. Ну, мы выходим с вами на пляж. Конечно же, в Саларе можно не только проживать, но и выйти на пляж. Здесь пляж у нас Энджикум совершенно рядом, близко песчаный. Можно здесь приезжать свободно. Вот здесь есть паркинг, остановиться и уже отправиться искупаться. Можно здесь с собой просто зонтик. Здесь также предоставлены лежаки от кафе. Ну, как обычно, да, вы что-то приобретаете или покупаете шезлонги, можете отдыхать на шезлонге. Море спокойное, пологий вход, длинный пологий вход, поэтому будет очень комфортно здесь купаться как взрослым, так и детям. Друзья, ну и как обычно, резюме по инвестиционным проектам недвижимости в Турции. Конкретно мы сейчас на примере Авсала рассматриваем. Их, конечно же, всевозможное множество, как вы понимаете. Заходить на самом деле безопасно, выгодно. Соответственно, вы здесь можете получить хороший объект недвижимости по выгодной цене, находиться как максимум близко к морю, так и чуть подальше. Но самое главное, наверное, это то, что здесь выгодно и недорого проживать. Можно получать солнце, море, песок в любое время года, отправляться по разным интересным местам, а вы знаете, здесь очень много, начиная от Памуккале до Каппадокии, также Стамбул, но очень много исторических мест. И также вы можете проживать комфортно всей своей семьей, есть круглый год фрукты, овощи, вдыхать этот морской средиземноморский климат и в том числе употреблять здоровую вкусную пищу. Ну, в общем, я думаю, вы сами уже сделали для себя выводы из моих видео. Если кто еще не смотрел мое предыдущее видео о объектах недвижимости в Турции, по виллам мы проехались, по таунхаусам и так далее. И сейчас мы вот с вами показываем по инвестиционным проектам, куда можно зайти заранее по более выгодным ценам. Так что обязательно посмотрите мои прошлые видео.
Ну и не забывайте, что занимаюсь продажей, оформлением туров. Моя цель, в первую очередь, конечно, это работа с вами, дорогие туристы. Именно для этого я снимаю видео, чтобы у вас было нужно как можно больше информации о Турции, не только как об отельной, да, ну и, возможно, кто-то сюда хочет переехать. Потому что это видео как раз снимаю для того, чтобы та часть людей, которые смотрят меня, они мне очень много эти вопросы задавали, я как раз это видео ответ снимаю для вас о недвижимости в Турции. Ну а если вас уже заинтересовали какие-то объекты или какие-то есть появились вопросы, ниже по ссылочке переходить, там есть контакты компании «Аспо». Они вам ответят на все вопросы, включая оформление и так далее. По поводу оформления вас будет ждать отдельное видео. С Аней мы записали. Оно также находится по ссылочке под этим видео. Вы можете прочитать, перейти, посмотреть. И у вас не останутся никаких вопросов, связанных с оформлением недвижимости в Турции. Ну все, дорогие друзья, увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!